Так, сейчас буду демонтировать XK и разбирать, естественно, Xbox по памяти. Так. Далее нужно жесткий диск снять. Блин, это панель. Так, тут нужно что-нибудь плоское. Вот, это может подойти. По-моему, я что-то упускаю. Так, кстати, нужен вот этот там донгл USB отсоединить. Хорошо, с этой стороны. Что же я опускаю, блин? Надо вначале вот это выбросить. Нет, это просто фигня слышно. Сейчас у меня голову. Буду вот открыть, чем есть. Смотри, может, с такой стороны получится, хотя бы. Блин. Хватит там фейспалмить, но надо вот через эти дырочки открывать. Черт. Это ну что-то не то, блин, не понятно.
Ну, наконец-то. Самая жизнь, интересно. Да, то, что было до этого, это еще не самая жизнь. Точно чем-то другим нужно нажимать. У меня отверточка была. А, вот так вот и просто получилось. Ну ладно. Она чем не раскрывается ничего. Вроде там больше ничего не должно держать. Блин. Не захлопывайся-то. Блин, защелки. Блин, как так-то, наверное, выщелкнулся на щелки. Блин, что такое уже тут еще теперь не вижу. Непонятно. Какие-то две долбанные защелки. Вроде бы отстегивают. Значит, на такие же штуки, как тут, то по идее... Иди ты, значит, летишь. Придется загуглить. Да ничего такого. Все я правильно делаю. Просто этим нужно до щелчка вот эти, блин, фигню-то начелкнуть. Может, из-за этого оно там хреново открывается.
Мне кажется, я все-таки странно смогла подумать. Если повезет. Он составил эту фрикасилу. Пробую куда-то захлопнуть. Ничего с этой стороны. О! Блин, реально прикосило. Ну, пипец. Не хренею с этой фигней. Ну неужели, а? Ну неужели? Вот. Слушай, теперь винты. Так, какие надо отключить? Ну, смотри, по повреждению, вот это. Блин, а тут... Тут снежинка. Ну и вот он, собственно, X-кей. Ну, вроде палёно не пахнет. Уже хорошо. Так, а куда я иголку дел? Ладно, ставим. Ну, короче. Вытаскивается эта фигня. Соединяется тут. Все, X-кей демонтирован. Теперь питание. Сисковод. Сатопод. Вот. Ну, собственно, все это появляется. И так. И все. Можно назад собирать. Так, ну ладно. Вот эта сторона.
это только снаружи были. Главное не путать, не забыть типа вот этой. Так. Так, теперь нижнюю крышку на эти мега защелки, блин, защелкиваем. Ну, что не так? Так, с этой стороны вот эта штука. Мне кажется, вот этой стороны не вроде. С этой стороны вот эта. И вот Xbox 360 демонтированный X-Key. И сам X-Key. Теперь он будет ждать слинку.